Усова, дом номер один. Судебные приставы и налоговые инспекторы обходят территорию. Первый адрес. Дверь не открывают. Но этот факт не отменяет погашение долга. Предписание пристав оставляют в двери квартиры. Жители барвихинского поселения еще спят, на улицах пустынно. А вот судебные приставы работают. Их задача – уведомить собственников, у которых скопилась существенная задолженность по имущественным налогам. Каждый налогоплательщик обязан ее погасить. Мария Шматкова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова». Доброе утро. Вы 169 или 180?